последнем острове. Ай-яй-яй. Завтрак первого дня. Рядом море. Как называется архипелаг всех островов, на которых мы побывали? А папа у нас Ланкалиперджун. 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 Че Гевара пришел с тарелкой. Ананас принес. Ананасу и арбуза. Эй, куда? Че Геварас принес. Че Геварас, куда ты? Садись. Приборы забыл, которые у нас есть такие. Основные приборы – это зубы. Алёшка жует, а Че Гевара смотрит, почему мимо него проносят ананас. Не хочет. Не хочет? Камеру взять. Так вот. Раз так. И все. И пальцем так. Пальцем. Или куканом. Прямо, прямо куканом так берешь так. И все. И все на камеру снимаешь. Так и моллюск не вывалился. Представляешь? Какой ужас, моллюск не вывалился. Полежит. Будет три. Стань, нашел по запаху. Да, забыл, под нашли. Каким кустом. Мы с Яной шли, воняло ужасно. Я боюсь, что у нас их найдут и выброшат. Фу, пап! Что? Одни... О, что он вонючий. Иду провожать их в дальнее плавание. Отправляются в дальний путь. Хорошие мормалки. Все. Пока-пока, мама. Пока. Прекрасный вечер на прекрасном острове. На прекрасном море. Последний вечер на прекрасном море. Это так печально. Лодочка. Моя любимая лодочка. Папа сказал, что мы больше не поедем в Таиланд. Потому что ему здесь не нравится. А я очень люблю Таиланд. И мне жалко. Эх. Вот здесь живут кролики. Нет.
некоторых из них упускают, но мне их было сегодня очень жаль. Потому что за ними весь день гонялись, походу, голодные китайцы. А тут живут пикоки. Они даже откликаются на слово пикок. Пикок! 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 Куда пошел? Я же говорю, за кроликами охотятся бедные за бедными кроликами охотятся китайцы. Интересная картина. Напряженная атмосфера. Ничего не подозревающий кролик продолжает также безобидно щипать травку. Кролик оказался не медленнее кошки. Он начинает нападение заново. Но ничего не удается, и кролик от него уходит. Вот и какое прийдите. Рабит! Подъехали какие-то китайцы, начали на меня орать. Рабит, рабит! В конце концов оказалось, что люди хотели спросить, где кролик. Кш-кш. Глазки красивые. Лен, что ты там месишь? Йогурт для хрустики. Йогурт с хрустиками? А там есть обыкновенные сегодня? Какие? Там. Ну, белые. Хрустики. Йогурт или хрустики? Хрустики. Есть. Ты какие с тобой возьмешь? Белые или серые? Белые. Только они желтые. Кто сказал мяу? Зоя сказала мяу. Что вы скажете в свое оправдание? О, спортсменка наша! Чудеса сегодня творил просто! Чего такое? Ни на одной ножке! Димка, что случилось? У меня там это как... Что? Бубука! Бубук! Бубок.
этих кальмаров. Но больше мы не можем, мы так объелись и хотим спать. Вот они. Вот они, эти ужасные кальмары, которые не дают нам покоя.